Silber Abzeichen. Все задания, которые ему нужно будет сделать, то есть правильно прыгнуть, проплыть 400 метров за 25 минут, 300 метров на животе и 100 на спине, достать кольцо с глубины 2 метров, прыгнуть с 3 метров высоты и, конечно, знать правила, как вести себя в бассейне. Вот старается ребенок, посмотрим, получится или нет. Так, Лео на своем первом задании. Появится наш чемпион, выполняющий второй пункт задания. Вот он плывет. Теперь нужно проплыть 100 метров на спине. Вот второе задание. Нужно нырнуть на глубину 2 метра и достать резиновое колечко. Слишком быстро, я даже не успела снять. Молодец. Задание проплыть под водой 100 метров. То есть сейчас он нырнет и будет плыть до кольца, которое кинули. Ого. Я почти что бегу. А он плывет. Сюда. Задание прыгнуть с высоты 3 метра. Что мы сейчас сделаем? Все у нас получилось, да? Да. А сейчас мы кушаем. Не совсем. Да, не совсем завтрак чемпиона. Совсем здоровая еда, но иногда можно.